Хорошие мужики, хорошие. Да и мы тоже виноваты. Коменданту наше почтение! Это трогательный фильм о войне. Без слез смотреть невозможно на страдания и гибель несчастных советских зенитчиц, а страдания советских женщин в карельском селе и со слезами на глазах правдой назвать трудно. Для того, чтобы делать фильм о Карелии, Карелию нужно знать. Напомню, с 1931 по 1933 год в этой местности строился Беломоро-Балтийский канал. Это судоходное сооружение рыли заключенные Белбалтлага. Вы представляете себе, сколько будущих зенитчиков и зенитчиц уже зарыто в этой земле и утоплено в местных болотах? Заключенными в те годы считались все жители Советского Союза, а особенно население из близлежащих сел и деревень. Плотность населения Карелии и сегодня вдвое ниже, чем в Сибири. Собрать столько баб и детишек в карельской деревне нереально даже с криками «Возвращайтесь с победой!».